Доброе утро всем тем, кто успел пораньше проснуться для того, чтобы приготовить очередной завтрак. Сегодня мы готовим диетический салат. 2 куриных яйца нам нужно сварить, поэтому я опускаю в сотейник их с водой. И, конечно же, воду максимально подсолю, чтобы яйца проще чистились. Далее беру куриную грудку и тоже отправляю ее в сотейник, дам возможность ей отвариться. Следующим шагом станет то, что мы нарежем с вами мелко репчатый лук и чернослив. После этого мы чернослив ошпарим кипятком. Сковорода уже разогрета, я отправляю туда лук, пусть он немного поджарится. Мы займемся шампиньонами, их необходимо сейчас нарезать. Отправляем их также на сковороду и хорошенько вместе с луком обжариваем. Пока у нас жарятся шампиньоны с луком, я быстренько нарежу курицу. Натру на крупной терке яйца. Приступим к сборке. Для этого я буду использовать вот такое круглое кольцо, ну и тарелка для подачи. Выкладываем салат в следующем порядке. Первый слой у нас будет чернослив. Дальше добавим чуть-чуть соли. И каждый отдельный слой мы будем смазывать сметаной. А можно использовать йогурт. Выкладываем следующий слой, это будет курица. Добавляем щепотку соли и смазываем этот же слой сметаной. Следующий слой, как вы думаете, что же это будет? Это будут грибы с луком. Также добавляем щепотку соли, но сметану сейчас мы уже сверху не добавляем. Еще один слой выкладываем, солим, добавляем сметану. И остается нам добавить слой со свежим огурцом. Огурец я нарежу тоненькими колечками. Убираю кольцо аккуратно и выкладываю сверху слой свежего огурчика. Дополнением к салату станет микс зелени. Вот такое диетическое блюдо сегодня предлагаю к вашему вниманию. Правдин приготовил, приятно подкрепиться.